Детские лагеря активно готовятся к новому летнему сезону. Косметический ремонт давно завершен, расписание мероприятий составлено. Но родители беспокоят другое – безопасность детей в этот пожароопасный сезон. Инспекторы МЧС проверяли красноярские оздоровительные лагеря и поставили свою оценку. Дарья Морева продолжит тему. Существует небольшая задержка перед активацией. Пара секунд после нажатия, и уже весь лагерь знает о том, что случился пожар. Главное здесь не растеряться и найти безопасный выход. Но если днем дети всегда под присмотром вожатых, то ночная тревога может застать врасплох кого угодно. Поэтому в жилом корпусе должно быть несколько запасных выходов на улицу. В идеале, прямо из спален. Дверь эвакуационного выхода непосредственно наружу у нас устроена таким образом, чтобы обеспечить ее безопасное открывание непосредственно наружу и изнутри. А далее все по заранее отработанной схеме. Вожатые и воспитатели собирают детей, пересчитывают и отводят к остальным в безопасную зону. В это время на вызов уже мчится пожарная бригада. Максимальное время прибытия – 10 минут. Когда у нас система пожарной сигнализации получит сигнал о пожаре, она ее автоматически с небольшой задержкой передаст в пожарную охрану, что обеспечит уже непосредственно реагирование подразделения пожарной охраны и выезд дальнейший на нужный адрес. В каждом детском лагере определено место сбора при эвакуации. Соответственно, вожатый, получив сигнал о пожаре, обеспечивает эвакуацию детей в это определенное безопасное место. Также на территории обязательны пожарные рукава и ящики с песком для самостоятельного тушения небольших очагов. И это не говоря уже об огнетушителях и респираторах. Они должны быть в каждом помещении. А помимо огнетушителей и запасного выхода, возле каждого жилого корпуса есть специальный щиток. Здесь хранится весь пожарный инвентарь для эффективного первичного пожаротушения. И такой инвентарь должен быть в каждом детском лагере. Он может спасти чью-то жизнь. Ведь уже в это воскресенье в учреждение отправятся 375 ребятишек. Родители могут быть спокойны. Здесь безопасный отдых гарантирован. Главная наша задача – это безопасность детей и нахождение в лагере. Все остальное – это уже прилагается. Хорошая программа, хорошее развлечение. Мы понимаем и ответственность пожарных инспекторов, и наша ответственность. Наше самое ценное, что может быть, это дети. Поэтому мы должны взять у родителей здоровых детей и оздоровленных вернуть. И подобную проверку должны провести по всем детским лагерям в Красноярске. Только так родители смогут быть спокойны за здоровье и безопасность своих детей. Дарья Морева, Данил Дубенко, 7 канал.